Всем привет, с вами Zero Point. Продолжаем проходить Watch Dogs 1, 2 серия. Так, сейчас поедем на эту миссию, потому что она единственная. Больше ехать нам некуда. Я угнал вот такую вот интересную машинку. Она очень похожа на какую-то, я не знаю, на электрическую, что ли. Хотя она по звуку ни хера не электрическая. Ну не суть. Километр ехать. Ладно, доедем. Не буду я уходить на паузу. Я не люблю вообще на паузу ходить. Я люблю, чтобы одним дублем все было. Потому что, ну, уходить на паузу, это ну, такое. А то я вдруг еще вместо паузы нажму завершить запись. Что-нибудь не запишу. Вот, такое частенько уже бывало, переходилось перезаписывать, а я это не люблю делать, уж сильно очень не люблю я перезаписывать, потому что игра здесь сохранится автоматически, и перезаписать просто невозможно будет. А, они так не открываются, ну ладно. Как вы видите, я... Что такое? Удаленное сканирование? Да зачем оно мне надо? Ворот открывай. Все, я на месте. Старший брат. А-а-а! Блин, кто на Е придумал выходить, а? На Е выйти, на Е начать задание. Мы не виделись с сестрой с похорон. Смогу ли? Помню, как Лена пела Джексу песенку «С днем рождения». Она была такой радостной. Теперь... Идите на задний двор. Будет только тишина. Очень тихие диалоги. Надо прибавлять громкость, но я все время забываю делать. Так что это... Продолбите все комментарии и скажите, что звук надо прибавлять, потому что... Слишком тихо. И я слишком тихий, так что надо вот так говорить. Да, орать просто в микрофон. Надо его поближе поставить. А разве не 9? 10? Не, 9. 10. 9. 10. Что ж, тогда ты заслуживаешь 10 щекоток. Что? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. 10. Подожди тут. Да уж, не прошло и года. Да, поздно. Но прости, Ники. Прости. Подойди. Посмотрим на тебя. Ты повзрослел. Ну да. Вот спасибо. Первый день рождения без Лены. Ну и как он? Говорит все еще только со мной. Иоланда сказала, что это у него такой способ защиты. Иоланда? Психолог. Помогает ему. Ничего. Мы ждем. Трудно, но мы справимся. Джекс! Привет. Прости, опоздал. Ну, обнимешь? Ох, как ты вырос. Так, а это что у тебя? О, целитель. Круто. Решилась купить, да? Принеси игрушки, мы пока поговорим. Да, я скоро приду. Это так здорово. Ты вернулся. Прошу, скажи мне, что все изменилось. Изменилось. Что такое опять? Вы с Джексом.
главное в моей жизни. Я всегда буду заботиться о вас. Как старший брат, да? Да, именно так миссия называется. Ты правильно подметила. Не просто ж так это миссия, но мы же кого-то защищать сейчас должны. Как старший брат, как бы не просто так она старший брат называется. Последний раз я был здесь на дне рождения Лены. Джексон ее обожал. А ты про себя разговариваешь или ты вслух это говоришь все? Пропустил все веселье, дети играли в Мстителя. Того парня из телека, что тачки угоняет. Дай угадаю, Джекс был Мстителем? Не угадал, все они. Злодеем сделали меня, ну, я им устроила. Еле справились. Жаль, опоздал. Я бы объяснил. С Ники шутки плохи. Помнишь, вы с мамой болели, но папа сказал, ну что же это за день рождения без торта? Он был просто ужасен. Горелый, кривой. Папа в своем репертуаре. И такого он натворил немало, но все ради семьи. Ха, что-то я много болтаю. Алло, кто такой? А, это у тебя звонит. Да ладно. Конечно, конечно, продолжайте. Кто это? Думаешь, номер скрыл невидимкой стал? Блянь, ну телефон и разводила, позвонил. Сейчас мы его ломанем. У копов с чувством юмора бывают проблемы. Я тебе вот что скажу, дружочек. Выдохни, пообщайся, погуляй, живи и отвянь от меня. Как стих рассказал, смотри. Что погуляй, ты... поживи и отвянь. Слушай, полиция тебя мигом вычислит. Взломать кого? Да, тебя взломать? Да. Знаю, где живешь. Замки-то надежные. Да кто вы? Что вам надо? Не боишься, Ники? О, блядь! Так. Сейчас будем его взламывать. Да неважно, какой-то дурацкий розыгрыш. Не-не-не, это не розыгрыш, нахуй. Как думаешь, он надежный? А голос знакомый? Эйден, перестань, глупости. Нет, он хочет забраться в дом. Да с чего ты взял вообще? Проверяешь замки. Слушай, я как-нибудь сама, без тебя справимся. Ники, но мне не сложно. Эйден, ты опять за свое. Нам не нужна твоя помощь. Хватит уже лезть в нашу жизнь. Хочешь помочь, а выходит только хуже. Я пойду. Да, и правильно сделаешь. Дверь закрой только с той стороны, блин. Взрослый мужик ерундой мается. Но ничего, сейчас я отслежу твой звонок. Во, вот это правильно. Это сейчас мы посмотрим, кто это такой. А, так близко. Куда ты там поехал-то? Тихо. Я это предвидел. Угроза сильная. А он нарушает, интересно, правила? Может, светофор взломать и пока он будет на красном стоять и, короче, вытащить его? Не, мне кажется, он нарушает. Если он поехал по встречке, он на красном стоять точно не будет. Как тебя нейтрализовать, скажи мне? Блядь. Уебать тебя как-нибудь? Электронное табло. Надо было на него его ебануть. Да подожди ты. Эйден? За этим уродом гоняешься, да?
Ну? А, подожди, как мне нейтрализация? Я проебал. Мост, разводись! Бля, не успели. Сюда иди! Нихера себе, ты стреляешь? Ой. Кажется, репутация горожанин... А. Копов вызывают? Да не орите, я слушаю. Платили кучу бабла. Это дай сюда. Нет, такая же стоит. Что ладно. С эксплойтами? Дэдсек уже отозвались? Ну, вроде того. Проверяю. О, Дэдсек из этой, из второй части, да? Это вопрос к тебе. Отследи звонок. Для тебя все что угодно. Как? И что это такое? Этот урод угрожал моей семье. Нужен заказчик. Похоже, звонок сделан из района Луп. Это все, что могу сказать. Да. А если я хапну центр сети ОС? Тогда я выдержу точку, откуда вам звонили. Все понял. Там должен быть Блюмовский центр сети ОС. Справимся. Дэдсек как-то пытались его взломать. Не вышло. А потом еще и охрану усилили. Так что это... осторожней. Хоть ты не начинай. Спокойно. Я не с пустыми руками пойду. Так. Где миссия? Еще одна. Старший брат выполнена. Очко навыков получено. Там три надо. Для охраны центров сети ОС. Эти ребята будут вооружены до зубов. Справлюсь. Угу. Так. Графика на самом деле приятная такая. Я играю на ультре. Хотя, возможно, это не ультра, конечно, я не проверял, но... Я там посмотрел, стояла ультра. Очень приятно, на самом деле, на глаз. Вот так. Игра 2014 года выглядит достойно. Я думал, будет хуже. Возможно, я просто в игры не играл. Что вполне возможно. Потому что я видел только GTA 5, блядь. Штурма... Какой, блядь, винтовка? Где? Где она лежит? Подожди, она не здесь. А, купите, ё-моё, какой я слепой, а? А оружейка где? Здесь? Вот тут? Это магазин и так есть. Я думал, мне сюда идти надо не за винтовкой. Я думал, сюда прямо на миссию. Привет. Привет, привет. Гранатометы можно мне? А, 4000. Могу я чем-то помочь? Да. Так, штурмовые винтовки. Блин, ну давай вот такую, хорошо. Да. Спасибо. Пожалуйста. Меры безопасности в центрах сети ОС в Чикаго усилились из-за кибератак группы хакеров Дэдсек. Прям Дэдсек уже тут нормально фигурирует, слушай. Компания Блюм. Главная безопасность Чикаго. Центры управления сети ОС под охраной частной фирмы. Профессионалов, прошедших тренировку в горячих точках по всему миру. Ладно, мы потом все равно узнаем по ходу сюжета, я думаю. Так что эти новости слушать, это, блин... Я в реальной жизни так не слушаю, а здесь... Чё их слушать-то? Ой, ой! Непривычная карта. Пропуск за кулисы, блядь, Horizon. Значит, жители Чикаго могут спать спокойно.
А, у меня в телефоне новости, я думал, по телевизору говорят. Да, к этой игре надо привыкать, это тебе что такое? Здравствуйте! Надо было глушитель, наверное, купить. Как... Что ты хочешь? Отойди. Блин, только этого не хватало. Хватит ходить. Страшно, блядь, да? Пиздец, как страшно. Аж сам обосрался. Здорово! Я ж тебе с тобой поздоровался уже, блядь. Опять какая-то ерунда. Вообще пиздец. Бля, у меня есть глушитель, нет где-нибудь? Что такое? Как? Твою мать, зачем я это сделал? Я хотел селектор оружия выбрать. Рейтинг, автомат, ага. Я ж не этот автомат покупал, в смысле? А, вот. А слушай, у этого рейтинг лучше, это нормально? Давай этот Томпсон возьму лучше. Так, надо... Всё, я понял. Там мудак какой-то стоит. Сейчас вот этот придет сюда. А, он не придет сюда. Так. И мне надо выяснить ихнюю траекторию. Вот от того надо избавляться, потому что он будет мешаться. Давай сюда. Так. Так, сюда есть возможность пролезть? Туда, в смысле. Через верх как-нибудь. Это, конечно, бред. Что за хрень? Что ты, блядь, орёшь? Тебе сюда нельзя. Чё, блядь, спалил, что ли? Взять его. Взять его. Я сейчас сам тебя возьму, блядь, ёпт. Тихо, ебать! Кто? Будем действовать по-другому. Сюда иди. На нахуй. Что тут можно еще бомбануть? Краном прихуярить никого? Нельзя. Так. Камера еще. Нихера себе их тут скопилось. Блин, вот бы бомбануть это чем-нибудь. Взорвать! Давай! Нормально, троих ебануло, так. Так, сейчас мы всех тут поуничтожаем. Уже сколько мы там? 4 убили? Одного я за кадром убил. Так, камера. С тобой что можно сделать? Блять, ничего с тобой не сделаешь.
Взломать — это что? Расходный материал для однократных взломов. Привлечь кого-то можно. Эти тоже отсюда все съебались, а кого я взорвать буду? Так, стоп, подожди, там можно было привлечь. Они привлекутся, интересно? Так, они поднимаются. Они поднимаются. Нужно подождать, пока кто-нибудь подойдет вот к этой хуйне и взорвать ее. Отвлечь. Никого бомбануть нельзя. Давай, иди сюда. Так. Будем просто через камеру тупо их уничтожать. Что ты привлечь хочешь? Подожди. Взорвать нельзя никого. С этим ничего нельзя сделать. С тобой тоже ничего нельзя сделать. Блин, сколько их вообще осталось-то здесь? А, их всего четверо. Бля. Подожди-ка. С глушителем есть пистоль. Можно кого-нибудь ебануть втихую. Тихо, ты что ты делаешь-то? Чё, не, я никого не доставал. Бля, я боюсь промазать. Сейчас, чтобы он остановился, надо. Сейчас мы, блядь. Выстался мах нахуй. Упс. Не попал, кажись. Но это все равно не я, ребят. Вы не можете меня увидеть. Но я в него попал, это хорошо. Они хотя бы выстрел не слышали. Надо, чтобы они разошлись и кому-нибудь в бошку как прилетело бы, чтобы. То почему тот не сдох-то? Блять. Они вдвоем идут, это плохо. А ребят, разделитесь, пожалуйста. Кажется, они разделяются. Всего два осталось, всего два. Сейчас мы, блин, сделаем. Просто надо научиться правильно стелсить. И я не умею, меня GTA этому не научила. Всего один. Я даже могу шумно это сделать. В теории.
Ну, лучше то, конечно, в теории не делать. Все. Они типа закончились. Больше же никого нет, я правильно понимаю? Даже закрытая зона-то исчезла. Я просто всех тупо перебил. Подожди, что это? Нихуя. СМГ. Что это такое? Химикат. Привлечь. Кого привлечь? Так, что-то тут еще валялось. Подожди. Что-то тут валялось еще. Вот что это за батарейка такая? Лекарство. Максимум от патрона, походу. А, вот можно было взорвать еще. Ну ладно, это я проебался немножко. Так, ну давай взламываем, погнали. О, что это такое? Это как? Как управлять этой фигней? Так, ну я понимаю, конечно, что это за хрень. Да, в принципе, легко. Даже знаний никаких не надо особо. А, еще? Что за красное? Что это означает? Нихера себе, это что, на время, что ли? Вы что, ребят? Какое еще время? Нихера, это я где? Взломать. Он смеется, как маньяк какой-то. Страшно, блядь. Ладно. Я в системе. Что? В смысле? Взломал CTOS? Так быстро? Теперь система как на ладони. У тебя есть доступ. И у меня тоже есть доступ. Будет скучно, глянь профайлер. Там можно найти много чего интересного. Да тут, в принципе, полно полезных приблуд. Можем использовать что угодно. Лучше мониторить трафик. Вдруг устранится ли в сети. Так ведь и они меня засекут. Ладно, сваливаю. И так задержался. А я найду звонившего. До связи. Что за херня? Еще раз взломать можно? Да нахер мне это надо? Это стекло. Алло, кто такой? Здоров, есть у меня к тебе дельце. Валяй. Мне тут подкинули выгодную сделку, а клиенту нужен водила. Нет. Ну, понимаешь, Марис стал безобразничать, хотел сбежать. Нужно перевести его. И я думаю, чего париться-то? Ведь мне насрать на Марис. Бери оружие. Ты убрал? Только молодец. На принципы. Я довожу дела до конца. А ты мог бы? Ладно, хорошо, разберусь. Не, ну если тебе это в напряг. Да разберусь я. Что к чему? Выкладывай. Обычная работа. Подвести чувака. Плевое дело. Главное, не забывай, что ты мне помогаешь. Нихуя, Роллс-Ройс. Качество, ты уж не поленись. Не нервничай. Ебал. Так, ну надо беспалевную машину-то угонять. Майбах вот этот спиздить. Это слишком палевно. Давайте я у этих ублюдков что-нибудь украду. Мне кажется, за них копов не дадут. Давайте вот эту вот CTOS-ную. Так, давайте на этом закончим. Подвезем чувака в следующей серии. Всем спасибо за просмотр, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, всем удачи, всем пока-пока, друзья.